Кабмин создаст совет по координации программы восстановления мира на Донбассе, одобренной 31 августа, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш «Зеркалу недели». В совете будут представители центральной и местных органов власти. На выполнение программы нужно приблизительно 1,5 миллиарда долларов. Из них больше 1 миллиарда на инфраструктуру, остальное на восстановление экономики, социальную устойчивость и безопасность.